Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами стример Солардарнчик. Сегодня мы комментируем FastCup 68-72. Встречаются у нас такие две замечательные команды, одну из которых я уже видел и встречал. Но представлю первую команду, команда 0-1. Такое хорошее название команды. Ну и полное название команды 0-1 from Mongolia. И у ребят сыграно 3 матча, из которых 2 выиграли, 1 проиграли. Ну, понятно, ребят ток-ток начали играть, и тут, грубо говоря, ничего пока сказать и нельзя. И команда GGWP F. Собственно, этих ребят, я думаю, вы уже не впервой видите, не впервой встречаете. Вот, ну, по крайней мере, я и Zetrio, мы вроде эту команду уже комментировали вместе. Ну, эту команду точно, думаю, многие вспомнят. Те, кто бывает на моих стримах. Ну что, собственно, немножечко о команде. Команда сыграла уже 41 матч. Выиграли 22 и проиграли 19. Ну, тут практически один к одному соотношение статистика идет. Но такая инфа. Последние 3 игры, которые они играли, они все 3 игры выиграли. Вот, то есть ребята молодцы, идут в хорошем направлении. Посмотрим, что будет сегодня. Как они отыграют. Вот. И насчет сетки хотелось бы сказать. Вот так вот. Фантомочка у нас последним пиком зашла. Насчет, собственно, сетки. Сетка у нас очень кривая. Довольно-таки очень мало зарегистрировалось команд. Сетка 1/8. То есть должно было быть 16 команд. Но команд не 16. И вот группа, которую я в данный момент комментирую, это группа 1/4. То есть ребята должны только через полчаса начать играть, но они решили сыграть сначала. Вот. Ну, похвала, на самом деле, что ребята отыгрывают чуть раньше. Вот. Ну что, поехали. Включил я статистику Крипстата для начала. И будем наблюдать, что за действия, что за... какие ганги, что, как будут ребята устраивать. Потому что я смотрел, у команды GGWP все практически, ну, много уходит в урон. То есть 4 дальника героев, ну, не считая фантомочки, которая будет в дальнейшем уже критовать хорошенечко. То есть есть Тракса, у которой пассивочка дает всем героям. Видим плюс 5 урона. Таджипак. И команда 0-1. Ребят, зашли сейчас в смоках. Ну, вряд ли они кого-то встретят сейчас. Ну, если только... Да, вряд ли встретят. Ребята вот проходят, почекают вражеский лес. Становятся тут на хайграунде возле варда. Но ничего пока не палят. Ничего такого особенного нет. Смотрю тут обновление. Я не заходил в Дотан вчера весь день. Не видел всех этих обновлений. Вот с подарками тоже насчет елки, дерева. Рошан в шапочке. Сами обновления я читал, но пока их вот на деле не видел. Вижу почему-то на X. А, ну, на X, окей. Не знаю, был он в Цеме, не был. Окей. Так, ну что, пак у нас будет стоять в харде. Немножечко для меня это необычно. Фантом Ассасин у нас будет стоять соло против ОДМ. Некр будет у нас стоять соло изи линия. И триплом, триплом. Вот вам необычная трипла. То есть есть Огр, есть Мирана, есть Джакира. Стоят они против Траксы, Винги, Визажа. Вот тычкуют ребята по одному. Так, стрела в крипа не самая точная. Да, неудачно немного, ребята. Ну вот видим, что по одному кастуют ребята скиллы. У Винги уже маны не хватает. Огр там уже получил по голове. И ФБ у нас на топе. Пак. Каким-то прям супер... А, там без хила пока Некрофс. Некрофс у нас через ауру качается. Ну окей. Не знаю, почему через ауру он начал качаться. Что-то я не понимаю. Винга тоже встряла. Вижу, попала под стрелу, умерла. 1-1. Вторая минута игры.
Неожиданно, что все-таки ФБ отдал у нас Некрофос. Но тут будет, ребята, жарко, будут потеть. Тем временем Винга перетягивается в топ. Видимо, хочет как зацепить Некрофоса. Но у него уже второй уровень. Сейчас появится третий, так, наверное, и первый скилл на двоечку вкачает. Сейчас посмотрим. Пока фармит. Так, ну, юзает пассивку. Уходит. А, ну Винга уже спалилась. Все, Винга спалилась. Вингу уже видно было. Но тут два тиммейта. Тут ребятам будет довольно-таки сложно. То есть, если кто-то подстрянет, то уже никакой Винги с дизейблом не будет. Огр у нас тихо не палится. Где... А, Винга уже перетянулась на низ. В такой моментик я пропустил. Огр, Миранка у нас с ботиночком Базилкой. С ботинком Джекера. Джекера вроде в самом начале игры вообще купил ботинок. Пятый левел имеет у нас пак. Сейчас пятый возьмет Некр. Главное далеко не отходить. Ну а так, по сути, на карте пока ничего особенного не происходит. Все у нас пассивно. Все пока фармят, пытаются забрать как можно больше экспы, как можно больше золота. Драки, я думаю, будут уже совершаться около шестых левелов. Ну или что-то вроде того. То есть, опять же, вот пак у нас пятый левел имеет, схватит себе шестой и пойдет какие-то ганги устраивать, попытки дримкоилов. А, не вижу, почему именно суппорты не ходят гангать. То есть, тот же Винга с, собственно, визажом могут зайти загангать. И вот смотрю, фантомочка у нас на хосте прибежала, забрали Некрофса. Но, опять же, это такой ганг. А, отхиливается у нас фантомка. Вязаю телепорт. Отпейся. Ну вот, неплохо отпилась фантомка. И опять же ее кидают в астрал. 2-1. Пак раненый. Пак возвращается на базу. Есть дримкоил. Покупаю телепорт. Думаю, сейчас будут телепорты уже в бот. Так, замедление по Джакира. Ох, ну тут огня очень много. Айспад, стрела и таверна. Отлично. Огр забирают в таверну уже. Ставят еще один центр, ребята. 2-2, пятая минута игры. Вот так вот подставилась Винга и в таверну. Итак, телепортируется у нас сюда Винга, возвращается. Есть пак. Пак готов залететь, дать дримкоил. Готов. Shift. Ну и вот начинает тычковать. Дримкоил по двоим. Стан. Айспад по троим. Вообще очень неплохо. Соул выпускает визаж и забирают у нас Джакира. Проблема у Миранки. Миранка вроде живет. Шифтует у нас пак. Цепляет агра. Огр. Стики прижимает пак. Живет. Ботл есть. Арба. Не цепляет. Уходит шифт. Отходит. И стан получает по голове. Тычка от вышки. Тычка от Мирана. И таверна. Забирает Мирана у нас пака. И в итоге Тима не пошла дальше. И забрали пака. Один в один. Причем обидно, что все-таки забрали именно пака. Тем временем Некрофос получает практически седьмой уровень
Сейчас, я думаю, седьмой получше. Я не знаю, будет Дэдпуль скачать на четверочку и телепортироваться в бот, чтобы... Не, ну если он телепортнется, там, конечно, будет 100% минус один. Стана и спад неточные, замедление Джекира. Мидас появился у ОДМ. Ну, появился, пока он на базе валяется. Ох, цепанули у нас пака, и думаю, это таверна. Да, отправляется в таверну у нас пак. И это аж целая минута. Целая минута в таверне. Три-четыре. Седьмая минута игры. ОД все еще Мидас простаивает на базе. Но вот сейчас, только сейчас отправляется к ОДМ. И к фантомке. Что там, фейзы уже или что это? Это часть фейзбутсов. Да, пока еще только часть. Ну и Кура, соответственно, пока не апнута. Пошла стрела и промахивается между двумя героями. Промахивается. Проблемы. Так, пошел у нас Игнайт. Айспад по двоим. Телепортируется у нас сюда пак. Как раз после таверны Дримкоил кастует. Дровка у нас умерла. Проблема Миран. Миран тычка долетает от пака. Забирают Мирану. Один в один разменялись. Керри в керри. Сайленс. Минус. Пак делает даблкил. Забирает агра. И на этом заканчивают. Ну что, хотя бы пак прилетел и не просто так. Не зря. Фласочек проюзает на фан... на... Вингу и телепортируется также сюда дровка. Ну что, ребят, в пятером. В пятером можно зайти. Есть аквилка. Осталось только включить дровки и аквилку и заходить. Телепортируется у нас сюда огр. Арба. Полетел. Дагер. Замедление. Айспад. Сайленс. Тычкуют. Есть соул. Соул не стал. А, ну там ман не хватает. Разобрали агра. Телепортируется теперь сюда Мирана. Тем временем тычкуют вышку. Дагер полетел. Арба. Залететь будет? Да, будет залетать, залетает. Сайленс пока в откате. Дается у нас айспад. В крипах застревает. Сайленс. Стики. Отходит, отходит. Критули проходит в соточку. Арба и минус. Пак выбирает нос Мирану. Сразу же отходит обратно. Некрофос. Некрофос. Кастует первый. Фантомка. Фантомка. Проблему фантомки будет сейчас ультимейт. Даже... А, вот так. Все-таки отправил с ультимейта на... базу в таверну. И в итоге целая минута. Целая минута. ОД у нас отключается от игры. Попроси, ребята, буквально пару секунд. А дровка так и не включил, кстати, Сиаквилл. Хотя ребята пушили. Ну, окей, полтаура нету. А там, там тоже полтаура нет. Семь-шесть. Девятая минута игры. Потная игра. Вот начало игры для такой вот напряжно, напряжно. Ну да, с таким количеством дизейблом, даже если фантомка выформится там на мега-мега лейт керри, ее смогут отправить все-таки в таверну. То есть, опять же, те же дейтпульсы, которые кастуются с вот эти дизейблов, которые тоже очень большое количество. И самое главное, чтобы некр не умирал. Некр будет у нас уже с косы отправлять таверну. Но посмотрим, как это будет все выглядеть. Пока счет равный. По пушу тоже я не могу сказать, что кто-то прям лидирует. Так что тоже все вровень. Вот что у нас по графикам. По графикам команда 01 получает 3000 экспы, но это, видимо, потому что фантомку только что забрали. И по золоту тоже в 2500. Но посмотрим, посмотрим, что сейчас будет. Буквально нам нужно до 15 минуты подождать, понаблюдать. Пока что команда 01 полностью. И хардер, и мидер, и, собственно, керри идут на первом месте. Блинкдаггер появляется у Некрофоса, что немножечко для меня, ну, я не знаю, как не необычно, но забавно.
Так, где вардят? Вражеский вард. Пошел айспад. Цепляют. Стрелой цепляют дровку. Вот это проблемы. Мирана забирают у нас дровку. Макропиру даже не пожалела. И Миран забирает дабл килл. Арба. Арба никого не цепляет. И таверка потихонечку горит. Тут у нас только визаж с паком. Пак. Ох, по троим. Хорошо, на самом деле, цепанул. Отбивается бот, он телепортируется у нас сюда. Фантомочка. А, ультимейта у Мираны нету. Смоки прожаты и прожаты прям под вардом. Вот в чем проблема. Видели, ребята, что было прожато. Ну и, собственно, пак. Да, не в инвизии. Ребята просто отошли. Под хостой некр убегает. Не знаю, зачем он сейчас кастовал блинкдагер. Идет все-таки через горы. И дровка. Дровка. Пятый уровень. Дровки тут отсюда не уйти. 600 экспо. Все, уже. Уже можно отправлять таверну. Пошел дедпульс. Тычкует. Сайленсы. Сайленсы. Ульта от ОД и таверна. Все, дровка отправилась. Дедпульс. Ей шифт. Ульта от некра. Минус. И минус так. В итоге серия убийств у некра. И еще и забрал буйство с пака. Вот вам плюс 300 экспы. 1500 золота у некра. 1500. Фантом тем временем забирают у нас Мирану. Телепортирую сюда ОД. В астрал кидает вингу. Фейзы появляются у фантомки. Да, вот анимация фейзов тоже так... непривычно, так сказать. Все-таки что в другую сторону. Так, и что-то я видел. Что-то я видел. Дровка у нас шестым уровнем. Мид. Тем временем тут некр Джакира будут пушить. Это минус тауэр. Глифа нет. Вот, как раз-таки он скастован. Джакир огнем добивает, так сказать, вышечку, и это минус вышка. Дровка тем временем пытается нанести вышку, тут пошел глиф, сразу же стрелой цепляет дровку, телепортируется у нас огр вместе с Джакира, Джакира, айспад, тычкует, минус. Джакир забирает у нас дровку. И минус еще и дровка. Дам! 8.11, 12 минута игры. У нас нету таких мега-супер-пупер замесов никаких, но по одному вот так вот забираю. Вот фантомка, да? Кинула дагер. Блинк. Сейчас будет дагер. И уже пол хп нету. Все, некор уже может сейчас использовать блинк дагер. А чё? Алол, а чё не пошел-то? Там откат 2 секунды. Отправил бы в таверну еще на целую минуту. Странно. Ну, вот, вот, сейчас, 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 некр. Ну, лол. Ну, окей. Не захотел, не захотел. А, невидимость подбирает Джакира. Тысяча голды у пака есть. И ПТшка со стиками и ботлом. Не все так великолепно, как хотелось бы. И Винга у нас соло пушит бот. В смоках суппорты заходят. Заюзывает фласку. Видит Джакира. Джакира поджигает. Сейчас будет стан. Стан от Винги получает. Но и Огр. Айспад неточный. Игнайт. Замедление. Еще одна поджарочка. Замедление. Соул. Выпускают. Ну там догорит, да. Винга. Винга догорает. И все, суппорты уже отошли. Грязное свое дело сделали. Ну, молодцы. А дровка как тут умерла? От некра? А, все, понял. Пошел на базу, изунул ульту, отправив таверну на минуту, использовал телепорт. Ну, неплохо. Стрела. Ой-ой-ой, какая неточная. Ну, точнее, точная стрела, но фантомка там замансила. Итак, соуринг появляется у Агра. Так, видит, видит вингу. Подбирает руну богатства.
Раны там уже барабаны собраны, да, осталось только довести. Фласочку также использует. 50, 90 хп всего у Тавра. Приходят ребят сюда, и это минус Тавр. Так, пошел у нас Дагер. Айспад по двоим. Макропира кастуется. Стрела в крипа, правда, жаль. Игнайт. Замедление. Второе замедление. Стрела вызывает фамильяров, но фамильяры у нас летят куда-то там. Тем временем Огр двойным мультикастом забирает фантомку и отправляет Аверну. Ага. Минус один фамильяр и один у нас раненый. Сажают фамильяров, вызывают фласочку Мирана, барабаны есть, все прекрасно, остается опс. Думаю, этого фамильяра, конечно, отпустят. Так, ну что, тут не Крофос. Можно его цеплять. Свап, стан и таверн. Фантомка забирает уже господство с Некрофосом. Тут, ребят, постарались на славу. Руна ДД. ДД забирает у нас УД. О, а УД у нас собирается сразу же через Хекс. Но ОД у нас на самом деле отчаянный парень. Так собираться-то прям с дорогого артефакта начинать. Но с другой стороны, да, у команды все довольно-таки неплохо идет. Да и к тому же у ОД счет 1-0-1. И что-то ждут, что-то ждут. ДД подобрал Джакира? А я что-то, может быть, не очень понял. Ну, даже ОД, имея с руки 120 урон, мог бы больше. Ну, окей. Дровка тем временем заденайла Тауэр и зафармил пак у нас Т1 вышку. Тем временем команда 0-1 вчетвером будут уничтожать Рошана. Первый Рошан. И шапочка у Рошана падет. Все, упал Рошан. Заюзали смоки. Прям перед бордом, правда. Пошла стрела. И никого не цеплюнули. Астрал по паку. Но пак еще может в шифт уйти. Или дагер спа. Айспад. Цепнули. Двойной мультикаст. И ОД отправляют с ультимейта пака в таверну. Проблема у визажа. Визаж отправляется также в таверну. Ульта от Мираны. ОД. Астрал. Стан. Получает. Минус Аегис. Стан от Агра. Огр отправляет вингу в таверну. Маны нет у винги. Ой, у фантомочки, стрела и тавер. Минус 4. Минус 4 в 0. Отличная игра от команды 0-1. Просто показывают, наказывают и вообще хорошо отыгрывают сейчас. После Рошана сразу же пошли и поубивали. Тем временем Некро вообще ничем не парясь. Фармит себе, фармит. А, да, случайно не то сейчас приобрел, но сразу же понял свою ошибку и справился. Ну и ребят будут пушить, конечно же, в мид. Так, ну что, пак телепортируется, кидает арбу, откидывается, цепляет одного Джакира. Джакира поджигает немного здания. Стрела. Джакира. Цепляет опять одного Джакира. Отхиливает некр Джакира. Телепортируется винга вместе с фантомочкой. Ну и должны ребята заходить. Вызывает фамильяров у нас визаж. Пошла арба. Прочекали, никого нет. Залетел. Сайленс. Цепанули. Дримкоил. Разрывает Дримкоил. Арба. Сайленса пока нету. Уходит в другое место. Попытался отдать у нас стан. Но все равно цеплянули у нас. Ой-ой-ой. Под макропиру еще ульта от Некра. Минус. Некрофт отправляет пока в таверну. 7 секунд. Визаж также умирает. Где вообще фамильяр? Черт знает, где летают. А тем временем фантомка забирает у нас Агра. Огр у нас делает байбек. ОД забирает у нас дровку. Минус 3, минус 4. Забирает у нас Некр еще и вингу. В астрал кидает ОД. У нас тем временем фантомку. Айспад цепляют, жгут. Ой, как больно, конечно. УД забирает у нас фантомку. И это трипл килл.
Да, неплохо. Это плюс еще зафармленный фамильяр и второй зафармленный. В итоге минус 5 в одного с байбеком и двумя фамильярами. Ну, это печаль. Это печаль для команды ГГВП. Юзается глиф. Вряд ли сюда кто-то полетит. И вот визаж. Саурин кастует у нас Огр. Ну и вышка потихонечку падает. У Джекира, что забавно, есть и ул. Поменял слоты. Мейлсторм появляется у Мирана, но этот Мейлсторм... Такое решение, лишь бы было все хорошо. Свап и точный. Ну, как? Попытался засейвить, засейвил. Венга, думаю, отправится в таверну так же, как и Джакира. Да. ОД, отличный ультимейт кастует, забирает фантомку с визажом мгновенно. Пак у нас отходит, шифтует. Мирана. Тычка. И... Стрела на рандом. Нет, стрела, конечно, не будет цеплять. Ребята отходят. Ракса под мом. Он пытается дамажить. ОД у нас улетает на базу. Есть Хиксулис к ставалу во время драки. Самого толстого. Вингу как раз таки. Ну и ребята продолжают пушить. Ничего не боясь. Зашли на хайграунд. Одиннадцать, 27, 21 минута игры. Смотрим, ребят, смотрим, конечно же, статистики. 20 тысяч по опыту и 20 тысяч по золоту. Да, да, это жестко. Ну что? Решили перетянуться, ребята, в мид. Ох, закиксили Пака и айспад тут, таверна. Таверна светит, да. Сайленс цепанули, и Миран еще и Вингу где-то там встретила. На топе. Где-то фармящая Винга. Ну да, да. Ну все, начинает откоться тавр. Глифа у ребят нет. Айспад, стрела в крипа. Ну, минус тавр. Я думаю, можно на этом, в принципе, зайти в медле до конца и закончить игру. Потому что ребят тут настолько толстые, настолько всего у них есть, что могут ничего не бояться. Что и делают, зафармливают фамильяра. Сайленс, стрела. Стрела проходит и цепляет Вингу. Ну, Винга, ну как же так? Ну, лол. Как же так можно было встрять? Кто-то из тиммейтов предлагает спушить топ. Это Джекира. Джекира уже полетел. Хотя могли бы мид спокойно спушить. Но Джекира настырный. Говорит, давайте спушим все. Золото больше будет. Растянем игру. БКБ появляется у ОДМ. Уже никакие венги не страшны. Да, спушивает, конечно же, на топе. 500, 400, 300, 200, 100 и минус. ОД забирает вышечку. Некра гоним. Стрела. Ну и все. Вместе с крипами, вместе с баллистами. Двумя баллистами можно заходить. Свап. Стан сразу же по ОД. Ульта. Ну, минус. А, некр отправляет Вингу в таверну. Свап. Хек. О, сколько он хорошо залетел. Дамажит. Поднимают. ОД. Хорошая ульта. Опять же забирает визажа. Миран забирает у нас пока. С ульты забирает некру у нас дровку. Даблкил от некра. И это ГГВП. Минус 4. Минус 4. Фантомочка только успел убежать. Все. Изя пишет у нас Мирана. И это ГГВП. Ну что, я поздравляю команду 0-1 с их прекрасной победой. Я, ребят, как я напомню еще раз, мало сыгранных игр, но ребята идут довольно-таки по успешной лестнице. Желаю им дальше играть так же хорошо. Но команде ГГВП, ребят, вы главное соберитесь и все будет у вас хорошо. Ну что, далеко не отключаемся, далеко не отходим. Следующая Next Gram. Наблюдаем, ждем.